Сегодня правоверные мусульмане отмечают Ураза-Байрам. Это праздник разговения после поста священного месяца Рамадан. В республике проживают 128 национальностей, в их числе и те, кто исповедует ислам. Ураза-Байрам длится 3 дня после 30-дневного поста. Это второй по значению мусульманский праздник после Курбан-Байрама. В эти дни принято навещать родственников, готовить праздничный стол и помогать нуждающимся. Врачи и представители духовенства из-за эпидситуации в священный день убедительно просят верующих молиться не в мечетях, а дома. Особенно это касается старшего поколения и людей с хроническими заболеваниями.